Коллектив металлического завода имени 22-го съезда КПСС в Ленинграде обязался к 50-летию октября выпустить газовую турбину в 100 тысяч киловатт. Еще ни в одной стране не создавали подобных машин такой мощности. Недавно на заводе были проведены испытания блока высокого давления, важнейшей составной части турбины, которая сможет работать как на газе, так и на жидком топливе. Испытания прошли успешно. Ни постороннего шума, ни вибрации не обнаружено. Все в порядке. Ленинградские турбостроители успешно выполняют свое предоктябрьское обязательство.